Як змінилося життя за останні 5 років? Стало сложніше гораздо во всіх смислах. Як молодої сім'ї, молодим спеціалістам, нету особо підтримки на самому деякі. Ну, в принципі, ніяких змін у ліпший бок нема. Тобто застой абсолютний, ніяких нових технологій, ніяких нових бізнесів не відкривається. Узровень життя, особливо останні 2 роки, падає. І якби оптимізму нема у людей. Относительно других стран, возможно, и лучше. Но относительно 5 лет назад на моем заработке отразилось в худшую сторону. С учетом курса доллара. Раньше жизнь была лучше, но если привязана к доллару, только не зарплата. Мы бедные, беднее стали. По-моему, намного беднее стали. Намного беднее. Даже если сравнить с пенсией, то мы еле как же с концами. Я надеюсь, что в лучшую сторону. Я самостоятельнее стала. И надеюсь, что взрослею. Ну, мне немножко легче дышится, чуть-чуть. Мне кажется, если в голове что-то меняется у людей, у самих, то тогда можно как-то абстрагироваться от некоторых вещей, от которых надо абстрагироваться. И тогда как-то немножко проще. Я бы сказала, что оно не изменилось как бы в лучшую сторону. Наоборот, у них все изменилось в худшую сторону. Ну, я скажу, что в лучшую сторону. Стабильность какая-то, появилась, не знаю. Мне, в принципе, нравится. С зарплатой проблемы везде сейчас. Ценат изменилась, мы заразумели, что мы снимаем тех сродков, на каких мы различаем. Ранее я могла себе более позволить, теперь нет. Кажется, уровень стал гораздо лучше. Улочки красивее стали, народ, я даже не знаю. Цены потихонечку растут, а зарплаты почти не меняется. То есть, вообще простому человеку стало тяжелее жить на то, что вот им дают. Я как студент, раньше мне стипендии хватало, и родители помогали, тогда уже можно было жить. А сейчас и стипендии, и подрабатываешь, и недостаточно. То есть, я чисто вот так по себе могу судить. Я очень довольна, что я живу в Беларуси. Я уважаю глубоко президента нашего и всю нашу власть. Храни Бог.